которая называется Old Souls. I see them smile for faces of people I don't know. I hear them in the music on my radio. Thank you.
Сейчас мы открываем наш авторский блог, и первое произведение называется «13 апреля», потому что однажды Антон сочинил эту песню 13 апреля. Такие моменты к нам редко приходят, чтобы мы могли сесть и сочинить музыку. Нужно, чтобы к нам приходило вдохновение.